чего начался и чем закончился диалог со Стасом Домбровским в Одессе? Там да на ничего, видео. Ничего не начался, ничем не закончился. Помните, как-то вы говорили обо мне нелицеприятные вещи в сети? Могли бы повторить мне их лично? Не припоминаю. Меня зовут Стас Домбровский, я одессит. И что? Так что, не помните? Нет. Могу про меня говорить нелицеприятные вещи? Да. Так что, может, повторите в лесу? Не собираюсь. А что подорвался? Ну, ты же решил поснимать, давай. Да. Снимай. А нельзя вас снимать? Снимай. Просто на видео есть какой-то вот кусочек, он подошел, это вот, в принципе, вот сразу начал запись с того момента, как он подошел, да? Ну, подошел, что-то спросил, ушел. То есть, когда он выключил видео, это фактически вот после этого он... Все. И никаких претензий, кроме вот этих? Нет. А вот вообще этот конфликт, он был? Вообще присутствовал? Я вообще не знаю, о чем идет речь. У меня с ним конфликтов быть не может. Я вообще с трудом даже вспомнил, кто это. Ну, то, что он говорил, что вы там заявляли, что он какой-то негодяй, какими-то плохими словами его, это было вообще? Ну, знаешь, я не припоминаю, что персонаж не сильно там важный в моей жизни. Это то, что я вспоминал, что что-то про кого-то когда-то вспоминалось. Слишком многие персонажи я вспоминаю. Не слишком важная персона. Он что-то хотел...